Государственная дума на пленарном заседании 9 июля планирует рассмотреть проект заявления Нижней палаты парламента о мерах реагирования на оскорбительные заявления телеведущего грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес президента России. Об этом сообщает телеканал «Дума ТВ». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя скандальную ситуацию, заявил, что такое непозволительно для любых стран. Необходимо принять Грузии дополнительные жесткие меры. Комитет международным делам поддерживает предложение, уже высказанное руководством фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, об ограничении поставок продукции, в частности вина, минеральной воды, некоторых других позиций, происходящих из Грузии, о замораживании денежных переводов между нашими странами. Не исключено, что наша исполнительная власть примет и дополнительные меры к тем, которые я сказал.